На первенство России среди юниоров Ивановец Илья Данилов поехал в статусе кандидата в мастера спорта, а вернулся уже мастером спорта. На всероссийском турнире в Набережных Челнах он уверенно выполнил норматив. Участниками первенства для юниоров стали 400 спортсменов из 45 регионов России. Илья провел 4 боя. И хотя соперники оказались на 2-3 года старше, держался до последнего. За выход в финал он сразился с действующим чемпионом России среди мужчин, победителем первенства Европы. Дрался я 4-й бой с Гурцевым Георгием, где у нас проходил в начале очень равный бой. Я бы не сказал, что я уступал. Но буквально во втором раунде я допустил ошибку, где уже доминировал Гурцев. Но я все равно не сдавался. В основном пытался его давить, додавливал, зарабатывал баллы, но и в то же время давал их. В третьем раунде уже все поменялось. Он уже в 10 очков выигрывал, но мне уже ничего не оставалось особо делать. Я его просто пытался сдавить. Но в итоге соперник оказался сильнее. У Ильи третье заслуженное место. Таким результатом, по мнению тренера, спортсмен во многом обязан серьезной подготовке. Весь июнь держали ритм 3 тренировки в день. А перед соревнованиями и того больше, по 4 и без выходных. Отсюда и результат. Илья пришел заниматься тэквондо в 6 лет. Скажем, уже этому виду спорта он посвятил 10 лет, больше, чем полжизни. Но он всегда отличался, скажем, трудолюбием в первую очередь. Ну и плюс, конечно, очень хорошие данные. Вот уже где-то со второго, с третьего года он попал в лидеры в своей возрастной категории. И, в общем-то, уже на протяжении вот всего этого времени показывает всегда очень хорошие результаты в его копилке. Уже 3 медали, это с первенства России. Копилки его – это победа в первенстве Европы в Будапеште 2 года назад. И надеемся все-таки, что еще международные старты его ожидают. Успехом Ильи не меньше, чем он сам, рады и родители, без поддержки которых не далась бы, пожалуй, ни одна победа. Успехи сына они верили, хотя и не загадывали наперед. Нынешний успех считают общей заслугой всей семьи. Папа очень много с ним тренировался. Мало того, что он на тренировках занимался, но еще мы дома разбирали, как правильно проводить удары. Ну, тренировались помимо тренировок еще дома, то есть освобождали полностью комнату и там держали лапы, и с ним все ошибки его какие-то, недочеты, все разбирали. То есть если у нас Илья садится на диету и нам надо держать вес, садимся всей семьей, потому что готовить надо соответствующее питание и на паровой основе, и варить, и то есть, ну, вот, поддерживаем спортсмена. Осенью Илья Данилов поедет на первенство Европы среди юниоров 15-17 лет в Испанию. Близкие уверены, что Илья не затеряется среди европейских спортсменов и порадует очередными победами. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.